Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня будем готовить такос. Это мексиканское блюдо. У меня немножко оно будет по-казахски, потому что я буду использовать конину. Вы можете использовать любое другое мясо. Можно мясо курицы обжаривать с луком, с чесноком. Любое, какое хотите, в общем. Также можно сделать вегетарианский без мяса, добавить другую начинку, либо просто не добавлять мясо. Чтобы приготовить вот такие вот лепешки, при обжарке я сразу их согнула, нужно будет 2 стакана муки, 1 стакан кукурузной муки, 70 грамм сливочного масла или маргарина растопленного и стакан теплой воды. Все перемешиваем, формируем в тесто, раскатываем лепешку и при обжарке протыкаем обязательно вилкой, чтобы не было пузырей. Стараемся как можно тоньше делать лепешку. Уже продаются готовые лепешки, я знаю, для мексиканских такос, тортильи. Я сделала сама, но обязательно не забывайте их скинать, так как потом здесь образуются трещины, они достаточно сухие. Здесь 180 грамм, значит, я буду использовать 70, так как мне нужна всего лишь половинка. Раскатываем лепешку. Тесто получилось очень мягким, и оно будет очень легко раскатываться. Поэтому... просто вилочкой протыкаем. Лепешку обжариваем на среднем огне с двух сторон. Когда будете обжаривать лепешки, не забудьте их обязательно вот так в половину согнуть. Внутрь будет ложиться начинка, иначе они вот подсохнут и уже тяжело их будет согнуть, разогнуть, они вот здесь сломаются. А сейчас уже в готовом виде, они пока теплые, я их вот согнула. Это то же самое. Для начинки нам понадобится мясо любое, у меня конина, вот пиалушечка получается, один лук и 1 головку чеснока, я уже почистила просто. Также нам понадобится сыр или сырный соус, тоже подойдет. Я покупала фикс прайс, мечта хозяйки называется. Также для начинки нужен острый соус любой, у меня соус чили, вы можете другой использовать. Также нужна будет паприка, 3 помидора. Для начинки я сейчас буду обжаривать чеснок с луком, а в дальнейшем у меня уже отварное мясо, я просто в конце добавлю, чтобы оно немножко подогрелось, стало теплым. И потом в конце уже самым ложим мелко нарезанный помидор туда, перемешиваем, добавляем соус острый, тоже по вкусу, как хотите. А сырный будем добавлять непосредственно в саму тортилью, то есть в такос. Также нам понадобится для начинки фасоль. Любая белая, красная. Можно сразу взять консервированную от Бондюэль. И если хотите, также можно взять еще кукурузу консервированную. У меня отварная, я ее варила 2 часа. Плюс отмачивала. Вот, тоже буду добавлять в начинку. Сейчас у меня обжаривается чеснок с луком. Минут 10-15 пожарю, затем добавлю помидор, тоже нарезала достаточно мелко, и также в конце брошу мясо, будет все это дело тушиться минут 20, и добавляю в конце паприку и все соусы, которые я только что показала. Как вы видите, я добавила помидоры сюда, сейчас буду обжаривать минут 5-7, добавлю к ним мясо в самом конце, уже когда будет готово. Как вы видите, я добавила острый соус чили, паприку, соль по вкусу. Сейчас еще минут 3, наверное, минуты 3, добавлю мясо. И наша начинка почти готова. Моя начинка готова. Сейчас даем ей немножко остыть. Будем добавлять по вкусу внутрь вот эту вот начинку, также фасоль.
И сырный соус у меня мечта хозяйки. Если кто-то захочет острее, можно сверху просто добавить острый чили перец. Наша начинка остыла. Теперь открываем лепешку. Сначала добавляем фасоль. Немножко. Затем добавляем основную начинку. Теперь добавляем сырный соус. И все. И все, закрываем, наши такос готовы. Вот так вот выглядит. Кстати, я сегодня купила еще лепешки пита, вот такие вот. Эдгар Фуд, они идут со шпинатом. Здесь 6 штук, мы уже только что уже поужинали, осталось 2 лепешки. Очень вкусные, они небольшого размера с ладошку. Тоже, если не хотите заморачиваться, можете купить готовые. Либо лаваш, либо вот такие я купила, решила со шпинатом. И у меня осталась начинка со вчерашнего дня. Вот, мы опять все так же добавили, съели. Очень вкусно, всем советую также сделать, если вы не хотите заморачивать и лепить лепешки. Вот. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить хэштег Акурами. Всем пока, чао-чао.